Пытаемся заехать по диагонали. Там бетонные блоки и песок в основном лежит. Больше разгон. Заполз, 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 заполз. Молодец. Получилось. УАЗ Патриот. Без разгона пока не хотит. Ивековский двигатель. Молодец. Шевик. УАЗ, УАЗ. Давай пробуй. Первая пониженная, не блокированный. Давай, потихонечку, поехали. Ну, вообще. Вообще легко. Первая пониженная, не блокированный. Ну, тоже заполз. Дастер 1.6. 1.6, ESP. Ну, тоже заезжает свободно. Тоже с разгоном заезжает. Нормально. Давай, давай, дядька. Давай, давай, давай. Еще пока нет, нет, садишься, нормально. Ты что, проходишь туда? Нет, Виталь, да, этот, сразу лучше блокируйся. Первый раз попробовал, не, не блокировался. Я пошел дорогу. И потихоньку потом. Даже второй. Блокируйся полностью, Виталь. Закрывай окошки, Виталий. Сзади все летит. С разгон попробуй. Дернуть сюда. Все, давай, давай, вперед, вперед, конечно, вниз. Куда его вниз? Вы что? Зачем это надо? Вниз.
вещи здесь оставить. Пусть там сидит. Не, вниз-то проще, да? Ну. Небось, замерзну за ним. Что ты, мужик? Ты что тут делаешь? Через воду. Первый у нас Невас едет потихонечку, потом по берегу, и там будет у нас выезд. Жень, потихонечку первый включай. Ты заблокировался? Ну давай, потихоньку, не спеши. Задний привод. Ты как, заблокированный, да? На заднем, что ли? А глубоко. Там небольшой наклон. Чем будем вытаскивать? Так, а лебедки у нас нету, да? Нет, тросами только не а ты знаешь, он поехал на заднем. А, на заднем? Я сейчас должен выйти. Нет, все, сел. Все. Все. Опять Толян, ты. Зацепили динамочку. Смотрим. Ох, как тяжело-то он присел. Прилип. Стой, стой, стой. Давай. Рывок сильнее надо. Все, все, динамка, видите? Работа динамки. Все, 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 отлично. Нормально. Давай потихонечку. Вот для Фронтера. Полный привод. Давай, Леха, педальку. Вот сейчас вот там будет сложненько. Вот сейчас. Вот сейчас, сейчас. Не, смотри, молочек. Ну и как там. Давай, 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 давай. Тоже. Да. Все. Все, вытаскивай. А там тебя зад отстегнулся. Или буксуешь? С той стороны буксует колеса? Не, он тянет, что там пытается. А может и нет. А что-то эта сторона вообще не идет. Да что, крутит у него? Идем. Ну да, да, да. Буксует. Вот скользя крутит, и все. Поехали! Чё? Это не понижайка, нет? Я тебе говорю, понижайку врубай, блокируйся. Тут уже раскатали капитально. Не, не буду блокировать. Ну, короче, ну понижайку включи. Не блокируюсь. Пробую самоблок в раздатке. Блокироваться не буду. Понижайка вторая, включаю. Так. Попробуем, поехали. Да. Да.
Хорош! Прям так и езжай прямо! Влево руль! Нива руль. Все-таки работает. Раздатка. Нормально. Да, 4 гребложа? Да. Так-то. Нормально. Все работает. Отлично. Так, ну смотрите. Как видели, Невас мой проехал. Я не блокировался. То есть в раздаточной коробке самоблок стоит, работает. Женя первый проехал. Сейчас пробуем его по раскатанному уже. И как он там выйдет, посмотрим. А, он вообще заехал туда, куда не нужно. Опа, опа. Чуть-чуть. Пойдет, пойдет, стоп. Хорош, давай, поехали. Хорош, давай, поехали. Вот здесь наглядно видно, да, блокировок не хватает. Ну, за счет резины он сейчас выезжает, я думаю. Молодец! Вот здесь вот сложно и страшно, там такой наклон как бы идет. Давай, давай, крути, крути. Опа, страшно. Опа. А сейчас поймал диагональ, во-первых, да? Диагональ. Да, видишь, диагональ попал. Стоп! Да, рядом тропинка. Мы не боимся сложных путей. Да, серьезная ситуация. Опа. Давай, давай. Не все. Все страшно. О. Все. Итак, не вас у нас как бы гидроудара не было. Хотя шноркель есть. Сейчас откроем, посмотрим. Не заводится. Как видели, я его протащил, вытащил. Вот. Сейчас давайте посмотрим, что. Полные фары. Но глубоко, глубоко, конечно. Открывай капот. Посмотрим. Сейчас надо будет на датчик. Крыло там нет. Да, сухо все. Сухо все, да? Рано там что заглохло. Блин, а мозги не могли залить. Они там же внизу где-то панели. Да, возможно. Возможно. Они же вон там находятся, там мозги. Да, может быть. Если не переносилось, куда? Я не знаю. А, ты ничего не делал. Я ничего не могу. Так, что мы решили? Посмотреть свечу. Да, искра есть или нет? Что у него случилось? Если искра есть, значит. Свечи вроде нормальные, сухие, да? Сухие, да. Ну, а там этот. Где там ему и воды-то хапнуть? Как бы боимся, что около салона, возможно, мозги залило. Даже патриот проехал. Даже патриот.
Ну что, итог покатушек сегодня. В принципе, покатались нормально, но вот небольшая печалька. Евгений притопил автомобиль Ниву. Вот, пока не заводится, сейчас вот на буксире тащим в город, в сервис. Будем смотреть. Самое главное, что шноркель стоит, гидроудара никакого нету. Так что и разберем, посмотрим. Что, да, от иномарки? Ну, чуть-чуть он, блин. Нет, да ну, нет, а что ты? Ничего. Один в один. Один в один. А эти штекеры все так же подходят? Да, все у них. У нас штекера все одинаковые. Да, но он самый. Главное, сейчас мы не перепутать. Старый не поставить. А нет, вот это подведка. Да, я не закрутил. Пробуй. Просто зажигание включить. Насос, блин. Скажи, что он заглушил. Нет. Вода? Может продуть, она замыкает. Говорите, воды нет. Нет, куда ты этим? Да? Да. Сейчас надо будет отсоединить, может попала туда вода в сам разъем. Где он, да, где вот разъем так. Отстегнуть. Отстегнуть, продуть попробуем. Его. Попробовать. И все. Ну хотя сверху сухо, да, Толь, или нет? Там рулюшек нет никаких? То есть сырое, да? Или есть вода? Ну, вот они вот здесь вот, ну вот сверху есть. Ну как будто бы. Ну надо продуть, да? Да лучше продуть, да, наверное. Ну, давайте попробуем. Может попробуем. Вода вон. Ну вот, чем мы хотим. Товарищи Нивоводы, не покупайте Нивы, блядь. Покупайте патриот. У них нет такой хуйни. Блин, обезжиритель спросить, полюбасу весь промыть, обезжиритель. Чек горит. Она у вот тебя запустилась полпинка. Ну, никак не да. Ее мучить. Ну. Получается, произошло. Так как было все-таки водное преграда, это преодоление, ну, попала вода в блок управления двигателя. Так как находится в неудачном месте. Получается, мы что сделали, Толян? Разобрали, помыли, продули, но повезло, то, что не сгорела ни одна микросхема, ни процессор, ну ничего. Да. Продули, помыли, почистили, поставили, и все как новенькое. Заводится лучше, чем было. Лучше, чем была, кстати. Ну, да. Согласен, да. Чек за ремонт выслали позже. Да. Пришлем на организацию. На организацию, да. Вышли до организации. Ну, покатушки. Организация, знаете, где находится. Да, да. Ну, ладно, покатушки прошли нормально? Да, конечно. Вот, Анатолий, с днем рождения еще раз. Да, еще раз тебя давай, Толян. Все, всех благ, всего хорошего. На этом будем заканчивать? Да. Все, всем. Да, всем пока-пока. Деловой, да? Завел дебри, потом нам туда. Сейчас будем еще закружить тут, ё-моё.